наблюдаю за мероприятиями, которые вы там проводите с местными организациями. Вроде неплохо получается, особенно в Орше, людей, говорят, очень много присутствует на них. Надо продолжать. Это следующий кодрум. Да, на этой неделе. Ну, надо в этих городах, которые мы всегда отделяли вниманием, надо уважить людей и провести мероприятия. Затем будем смотреть от другого плана, как мероприятия по этому формату проводить.